Закончился жидким стулом, к сожалению. Вы знаете, что по-прежнему в России есть две бедные, а у нас один. Я разглядывал фотографии, которые были, вот, когда держали последнюю баррикаду на Институтской. Вы знаете, тут очень интересный нерест происходит такой, потому что менты все в черных касках, наши строят новое будущее в оранжевом. И вот на фотографиях полное ощущение, что вот эти вот осетрина сюда едет на нерест, несется. Это черная икра, а наши в оранжевом выглядят как красная. Красная нам поближе, потому что дорогая черновастая, хотя они себе едят где хотят. Вы знаете, что путь в 1000 миль начинается с первого шага, и мы, может быть, сделали его в 2004 году, и я, как и многие киевляне, не верил, что... Зараз нас знову на декілька секундів пропаде трансляція, ми намагаємося під'єднати декілька варіантів інтернету для того, щоб, якщо зникне один канал, перемикатися на інший, так що залишайтеся з нами. І навіть не проти Януковича Сазарова. Люди вийшли за правду, за уваження к себе, за можливість чувствовать себя в своїй стране хозяином, а не пахомом. Это очень важно. Я повторял не раз по ночам и повторю сейчас. Я искренне горд и рад, что мне хватило ума и небо подсказало в 91 году на замене паспорта Советского Союза выбрать не российский паспорт, а украинский. И я свой паспорт не поменяю. Ни на российский, ни на казахский, ни на белорусский. Я горд тем, что я...